Меня зовут Элина. Я выбрала Young Bankers Program, потому что эта программа является уникальной для банковской сферы в Украине. Здесь у меня есть возможность получить знания и опыт, посмотреть, как банк работает изнутри, понять, на что я способна, и познакомиться и узнать своего будущего работодателя. Только что закончился блок по макроэкономике. Материал сложный, но очень интересный, можно даже сказать, с вызовом. С нами работают опытные специалисты, ведущие сотрудники ProCreditBank'а. Высокое качество подготовки лекторов и сама подача материалов значительно отличает Young Bankers Program от других образовательных программ. Значительно удивляет то, что банк большое значение уделяет этой программе и нам в частности. Я однозначно хочу работать дальше в ProCreditBank'е, потому что мне здесь очень нравится. Я Александр Повшедный, заместитель председателя правления ProCreditBank'а. ProCreditBank входит в группу международных банков, которые работают в Латинской Америке, Центральной Америке и Восточной Европе. Надежность и стабильность нашего банка подтверждается нашими учредителями. Это достаточно сильные финансовые учреждения ProCredit Holding и немецкий государственный банк развития KfW. Наш банк получил максимально возможные на территории Украины рейтинги от международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Предоставляя услуги бизнес-клиентам, мы ориентируемся на мелких, малых и средних предпринимателей, так как мы убеждены, что именно эти предприниматели создают максимальное количество рабочих мест на территории Украины. Каждый год мы инвестируем более 1,5 миллиона долларов в развитие и обучение наших сотрудников. Мы вошли в десятку лучших работодателей Украины. Именно с командой единомышленников мы можем достигать хороших результатов и выполнять нашу миссию. Доброго дня. Меня зовут Юра. Я закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка минулого року. Після цього працював не за спеціальністю у сфері збуту. Так сталося, що я дізнався про цю програму з інтернету. В мотиваційному листі я написав, що дуже хочу працювати в банківській сфері. Зокрема, дуже мені імпонує те, що банк дає можливість навчатися безпосередньо, не тільки дає якісь вказівки, і це дає мені якби саморозвиток. Я очікую, перш за все, навчитися набратися якби практичного досвіду, оскільки теоретичний академічний досвід все-таки в мене в певному розумінні є. І принаймні розраховую на роботу в цьому банку. Добрый день, меня зовут Юлия Белоусова, я являюсь частью команды HR и отвечаю за проведение программы Young Bankers. Программа проходит в течение 6 месяцев, ее цель – это подготовка будущих сотрудников ProCreditBank'а. В ходе программы ребята знакомятся с нашим банком, принципами работы, стратегией развития, корпоративными ценностями и миссией. Также они изучают специфику работы с клиентами и особенности банковских продуктов и услуг. Обучение проходит в нашем тренинговом центре. В это время ребята дискутируют, участвуют в проектах, делают презентации. Вторая часть программы – это непосредственно обучение в наших отделениях, где они могут увидеть всю специфику и особенности работы с клиентами. Также у них есть возможность посетить непосредственно ведение бизнеса клиента и видеть все своими глазами. Наряду с программой в Украине, группа банков ProCredit проводит совместные программы Young Bankers для участников из различных стран. Совместные программы проходят в одной из стран Восточной Европы. Участие в такого рода программе дает ребятам уникальный шанс не только посмотреть, как работает ProCreditBank в другой стране, но также обменяться опытом, навыками и знаниями с ребятами из других стран, получить опыт международного обучения. Мене звати Дубовий Сергій, мені 22 роки, я сам з міста Білої Церкви, Київська область. Навчання проходить у такому форматі, що ми постійно готуємо якісь завдання і потім їх презентуємо всій групі і нашим лекторам. Тобто це цікаво, інтерактивно і постійно відбувається процес навчання. Часу насправді вільного дуже мало, оскільки ми
тут приділяємо дуже багато уваги навчанню і практично тут весь день. І після цього, коли ми повертаємось додому, завжди є бажання дочитати щось нове, прочитати щось нове, тому що ми тут отримуємо дуже багато інформації, але це дуже цікаво і хочеться заглибитись в дану інформацію і дізнати щось нового. Процесс подбора персонала в ProCreditBank происходит несколько этапов. С каждым из этапов соискатели могут познакомиться более подробно у нас на сайте. Мы открыто и прозрачно говорим об этом процессе, который включает в себя заполнение онлайн-формы резюме и мотивационного письма на нашем сайте, затем телефонное интервью, которое проводят сотрудники отдела подбора и адаптации персонала. В случае успешного прохождения телефонного интервью мы приглашаем соискателей в головной офис ProCreditBank для участия в отборочном дне. Он состоит из тестирования по математике и логике. Если тест дан успешно, кандидаты могут максимально проявить себя и показать те качества, которые отличают их от других, в ходе круглого стола. Кандидаты, которые успешно прошли круглый стол, приглашаются на завершающий этап оценочного дня индивидуального интервью. В случае успешного прохождения всех этапов оценочного дня, кандидаты приглашаются на финальный этап отбора – это двухнедельный семинар. Он проходит в нашем комплексе вдали от городской суеты. В течение этих двух недель у участников есть возможность лучше узнать ProCreditBank как организацию, понять нашу позицию ответственности относительно банковских этических принципов, которые отображены в нашей бизнес-модели. Кроме того, участники активно вовлекаются в дискуссии и дебаты на философские вопросы, что дает возможность потенциальным участникам услышать и понять различные точки зрения относительно моральных и этических вопросов. После прохождения двухнедельного семинара кандидатами мы принимаем окончательное решение относительно их участия в программе. Так как ProCreditBank входит в группу одноименных банков, работающих на трех континентах, у менеджеров есть уникальная возможность пройти обучение в одной из трех академий ProCredit Group. Всего в группе работает три академии. Две региональные для подготовки менеджеров среднего звена и одна академия в Германии. Обучение в академиях проходит на английском языке, поэтому мы готовим своих сотрудников и обучаем их языку в наших школах за рубежом. Еще одной отличительной чертой ProCreditBank является то, что мы стараемся не привлекать на руководящие позиции людей со стороны. Наша принципиальная позиция заключается в развитии собственных кадров. Карьера наших сотрудников может развиваться как горизонтально, так и вертикально. Доброго дня, мене звати Ольга, я з Вінниці. Зараз заняття в нас проходять більше практично, тому що теорію ми вже вивчили і проводимо різні презентації, готуємо різні завдання, також досліджуємо ринок банківських послуг. Так як для мене цікава банківська сфера, я побувала на співбесідах в багатьох банках і маю досвід роботи вже більш ніж півроку. Потрапивши на програму, я відразу відчула різницю. Адже тут я знайшла те, що для мене, як виявилось, є надзвичайно важливим. Це культура спілкування та поведінки, щирість та відкритість оточуючих людей. А головне – це можливість та всі умови для розвитку не тільки як спеціаліста, але й як особистості. Пройшовши 5 місяців навчання у програмі, я з впевненістю можу сказати, що прикладу максимум зусиль для того, щоб працювати та розвиватись в ProCreditBank, де тебе дійсно поважають та розуміють. Young Bankers Program – це унікальна можливість для молодих спеціалістів навчитися відповідальному банкінгу і розвити свої професіональні і лічні навики. И, конечно же, это хорошая возможность начать свою карьеру в стабильном, надежном банке. Участником нашей программы может стать абсолютно любой человек, у которого есть законченное высшее образование. Мы говорим, я подчеркиваю, не только о ребятах, которые закончили университет вчера или в прошлом году. Мы говорим о молодых людях, которым примерно до 30-32 лет, которые уже попробовали себя в различных видах бизнеса, теперь планируют свое профессиональное развитие в банковском секторе и уже осознанно подходят к выбору работодателя. Участник программы должен быть готов к трудностям и иметь большую жажду к знаниям. Главное, чтобы человек понимал, зачем он здесь, задумался об этом перед тем, как пришел сюда. Программа интересна в первую очередь тем, что здесь есть возможность
проявить свой потенциал, показать себя. Здесь не приветствуется шаблонное мышление. Мы стараемся сделать так, чтобы наши участники чувствовали себя открыто и свободно для принятия информации и обмена опытом. Мы ожидаем живых дискуссий, вопросов, различных мнений. После успешного окончания Young Bankers Program мы предлагаем участникам стать нашими сотрудниками. Меня зовут Ирина, я выпускница Young Bankers Program. При окончании университета я столкнулась с проблемой поиска работы. К сожалению, ни одно финансовое учреждение не предоставляло возможности работать без опыта. Я очень благодарна судьбе, наверное, и этой программе, то, что мои мечты исполнились. Я работаю в том отделе, в котором мне нравится. Для того, чтобы добиться успеха в данной сфере, нужно верить в себя, верить в свои силы, ни в коем случае не сдаваться, потому что 6 месяцев – это довольно-таки длительный срок. И, наверное, для многих это стало таким испытанием – дойти до конца. ProcreditBank – это прежде всего дисциплина. ProcreditBank – это прежде всего трудоспособность людей. ProcreditBank – это ответственность. ProcreditBank – это профессионализм. Мы предлагаем достойную оплату труда, возможность профессионального и личного развития, открытую коммуникацию, уважение, долгосрочное сотрудничество. И, конечно же, мы очень много инвестируем в свой персонал.